Полсотни работников городского отдела судебных приставов сегодня проверили свой уровень физической подготовки. В рамках второго этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО сотрудники выполнили упражнения по силовой гимнастике, прыжкам в длину и наклонам. В норме мужчинам нужно было потянуться 15 раз, женщинам отжаться от пола не меньше 14. Нашего личного состава проходит такую проверку ежеквартально, то есть это судебный пристав по ОПДС. Поэтому я здесь сложности не вижу в этой части. А вот то, что касается судебных приставов исполнителей, для них это впервые. Ну, работаем, тренируемся. Многие, наверное, захотели ходить в зал. Я знаю, что начали ходить и заниматься, готовиться к следующему этапу. В ближайшее время приставам нужно будет сдать еще несколько норм ГТО. Стрельбу из пневматической винтовки и плавание на 50 метров. Итоги подведут в январе, а в марте торжественно наградят заслуживших золотой и серебряной значки.